Ну пока нахуй грузится, я вам расскажу историю. Веселую. Короче, шли мы один раз с другом с тренировки. Ну и друг такой: бля, пиздец, слышь, Лех, срать хочу. Могу, бля, слышь. Я говорю: бля, ну хуй знает, что делать. Ну, бля, давай бежать нахуй домой. Бежим, бежим, бежим. А, блядь, достаточно далеко было до дома. И вот. Бежим, бежим, бежим мы, и вдруг что-то резко хуяк останавливается. Я говорю: что, бля? Что, быстрее, обосрешься же? Он такой, знаешь.